Ранние кадры того самого вертолета, видео сегодняшнего инцидента пока нет, по сообщениям МЧС Республики. Вертолеты со спасателями и врачами пока не могут приземлиться в районе происшествия. Там сложный горный рельеф. Из-за плохих горных погодных условий поисковую операцию хотели прекратить, но глава МЧС Владимир Пучков потребовал не останавливать работу, несмотря на непогоду, и срочно сформировать наземную группировку для проведения поисково-спасательных работ. Божья!